Зайцы злые, а кролики добрые. Зайцы и кролики не одно и то же. Это очень разные животные, хотя и относятся к одному отряду. Кролик – это милый, пушистый пухлячок, домосед, живущий в норах или на ферме. Мухи не обидят, умеет только убегать, есть и прятаться. Крольчата рождаются крохотными, голыми, беспомощными, слепыми и глухими. Не детеныш, а заготовка под кролика. Другое дело – зайцы. Скорость бега зайца – до 74 км в час. Зайцы живут в дикой природе, окруженные хищниками, как четырехногими, так и пернатыми. И они умеют не только убегать, но и дают сдачи преследователям. Задние лапы невероятно сильные. Зайцы-бойцы не сдаются до конца. Также зайцы умеют неистово сражаться и в ближнем бою, поднимаясь во весь рост и отчаянно барабаня передними лапами, нанося десятки ударов. В отличие от крольчат, зайчата рождаются зрячими, слышат в меховой шубке и с раннего детства подготовлены выживать в этом опасном мире. Вот поэтому зайцы злые, а кролики добрые.